Анонс и точно дата выхода 20 серии 4 сезона сериала Гранд. 20 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 25 декабря. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Федотов спускается в фойе Гранда, чтобы лично встретить своего старинного друга по кличке Грек. Ему нужно, чтобы он подписал кое-какие важные документы для осуществления выгодной сделки. Спутница бизнесмена Кира Кабанова узнает в управляющей отеля свою одноклассницу Ксюшу Завгороднюю. Поняв, что Ксения – совладелица отеля, она обещает убедить мужа не заключать сделку. Это месть за прошлые обиды. После случая с падением с лестницы Стелла пишет заявление на Валентину Ивановну. Она обвиняет ее в умышленном нанесении вреда здоровью. Участковый узнает, что камнем преткновения во всей этой ситуации между двумя женщинами является Борис Леонидович. Напомним, 20 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 25 декабря. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.